Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией для любителей криптомонет. Сегодня хочу поделиться двумя кранами по криптомонете BNB, Binance. Значит, если мы перейдем на CoinMarketCap, и Binance Coin на данный момент стоит $374. Неплохо, так? Значит, у меня два крана, друзья. Пока они без коротких ссылок. Вывод мгновенный на Faucet Pay, на микрокошелек. Вот здесь баланс. Следите за балансом. Значит, сюда нужно вставить адрес Binance. Где я его возьму? Перехожу на Faucet Pay. И вот здесь депозит. Кликаю на вкладочку депозит. У меня он не прописан. Здесь есть как бы внутренние кошельки. Опускаюсь ниже и ищу эту монетку Binance. Вот BNB. Binance. Копирую. Кликаю на адрес. Я скопировала адрес. Перехожу. Вставляю сюда адрес. Давайте-ка я перезагружу. Сейчас обновлю страничку. Так как делаю все в режиме онлайн. Это мой первый сбор. И вот теперь вставляем. Я вставила. Опускаемся ниже. Нажимаем логин. И разгадываем капчу. И антибот. Там большие буквы у меня. О! И антибот, значит, канди. Так. Вот это. И вот это. Так. Это. Появляется вкладочка Very Capture. Кликаем. Нам дают от 30 до 50 монеток Сатош на Faucet Pay. И вот смотрите, 50 сатоши ушли на Faucet Pay. Чуть ниже находится партнерская ссылочка. Переходим. Это сбор раз в 5 минут. 5-минутный кран. Пока без коротких ссылок. Дальше я не знаю, как будет. Поэтому нужно брать. Я терпеть не могу эти короткие ссылки. Иду на домашнюю страничку. Опускаюсь ниже. 5 минут. Вот кран называется. 5 минут Binance. 50 монеток вот этих сатош Binance мне дали 5 апреля. Второй кран я с него уже собрала, друзья. Здесь дают нам сбор. Также без коротких ссылок. Один раз в час. Мне вот осталось 46 минут. Также внизу реферальная ссылочка. Все точно так же. Вставляем Binance адрес. Я также брала на Faucet Pay. И здесь сбор раз в час. И дают, вот мне дали вот Binance Faucet, вот этот кран. Вот мне дали 54 Binance Satoshi. Согласитесь, неплохо. Ну и монетка стоит 375 пока. Вот. Ну а тут уже можно... И вот у меня на балансе отобразились мои монетки. А потом эти монеты можно обменять как бы на любую другую криптовалюту, какая нам надо. Вот я в последнее время все на лайткоин как-то перевожу. Ну там видно будет, как говорится. Вот такие два крана. Кому интересно, собираем. Ну, не интересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.